О, видеосъемка пошла. Мы как, Гена, мы как кровавые пасторы. А ну, блядь, поближе подойди. Главное, действующие лица. Я через... Вот это как говядина будет, смотри. Не, я просто через дебри стрелял. Ну, как ты думаешь, знаешь, что у папы получится? Я думаю, что все получится. Я знаю, думаю, шеф-повар Вовчик. Слышишь, мы же разведем костер, ну их подшмалим немножечко. Че ты просто промыть? Я все сделаю, хорошо? А, не лезьте, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Да? Извините. Все. Вы разве что знаете, чем мне можете помочь? Начистить картошечку. Если она есть, конечно. Вы брали? Мы брали картошку. Картошку Виталий. Гена. Вот это вот самая жирная дичь. Вот сними. Глянь. В середине жирочек. Ну я знаю. Давай отрицай. Самый навар, да? Да. Я, короче, первого стреляю. Не, что первого? Первого взял казана. Да. Не, я просто интересуюсь. Блядь, ну его надо еще обшмалить. Бачишь, его надо обшмалить, потому что, глянь, сколько тут стрелок. Так что, распалить костер, да? А Дима будет тех. Вон, смотри. Какие руки. Кровавый Володя. Кровавые руки. А перец сладкий есть? Прямо, блядь, сказать. Есть, тоже в машине. Все хорошо. Ну, не, я думаю, отлично, шурпа получится, вообще будет. Это ж слуги народа. Зашибатая. Мяско. Надо, блядь, полить, надо сделать.